Всем привет огромный, ребята. Только приехал домой, сегодня была у нас практика, анатомия. А вот, заехал к родителям, немного покушаю мамы, потому что дома я ничего не готовил. Вот, заберу кое-какие вещи, которые мне надо. Щенков заодно посмотрю, сегодня книги дали уже. Мне очень понравилось. Очень хорошая группа, хорошие ребята все. Вот, сейчас посмотрю, что там мама хорошего приготовила. Кстати, смотрите, какой классный фон, да? Когда вот газон совсем по-другому все смотрится. Мне очень нравится, потому что я видел, там зрители писали, что некрасиво, что ушла вся красота. А мне кажется, наоборот, знаете, когда зеленая трава вместо вот этой земли, роз, всяких будяков, оно намного лучше и даже лучше для собак, потому что вот собаки гоцают, гоняют. Вот, и сейчас заодно хочу посмотреть, как там щенки, потому что уже тоже их давно не видел. Так, что тут щеночки делают? А кто залез сюда? Кто провода грызе? Никто за вами не дивиться. Томас! Ти що, нельзя, Долі, глянь, що твої діти делають. А що це взагалі за провод? Боже, це лампочки провод. Ви що, чокнулись? А если бы это было под напряжением? А если бы это был под напряжением? Томас грыз провод якийсь. Так они целый день трубочки галажили. Да. Они целый день, это что, херня? А где еще один щенок? У бабушки на руках сидит в комнате. Мама, отпускай его, мам. Гля, гля, они мне носки грызут. Давай. Боже, как саранча. Мама, сейчас вам даст сухого корма. Вы, я вижу, вы не успокоитесь, пока я не дам вам сухого корма. Сейчас дам молока. Смотрите, как они... О, какой тот умный на пеленочку пришел в туалет. Смотрите. Мама приучит. Гляньте. О, люди, люди, тихо, тихо, не грызите мне штаны. Ля-ля. Боже, нашествие, нашествие. Вот это такой полный. Кто это такой тут полный? Ах, Томас, Томас, хочет на руки. Сейчас мама даст молочко. Бегом, Томас. Бегом. Сейчас мама даст молочко. Скорее, скорее, скорее. Бегом, бегом, бегом. Не, молоко будет сейчас. Мама разогреет. Минутку. Давайте, бегом. Пока корм. Пока корм. А потом мама молочка принесет. Давайте, бегом. Бегом, 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 бегом. Давайте. Они не хотят корм. Не будут сейчас. Будут они потихоньку идут. Они едят быстро. Вот. Ты что делает Марго? Это Марго? Она рассыпала весь корм. Как прыгнула на корм. И нема. Ти! Гля, це не хоче їсти. Ти хто такий? Хто це такий красивий? Ти хто? Це дівчинка така красива. Ну, це дівчинка. О, ти до долі хочеш. Ти сіську хочеш. Уже не за сіську. Ні, не трошти її. Не трошти. В неї молока вже нема. Хвати. Хвати з неї сосати. Долі, тікай, бо вони зараз будуть сосати. Гля. Вони не хочуть кушати. Куди ти побіг? Дивися, він наш сюди біжить, гля. Вона любить, це трошки хайка, вона і грається так лапками. Ну, смотри. Ой, гля, гля. Це умна буде. Умна, вона дуже така сідачка. Це як Долі буде, в неї навіть на голові така, як у Долі. Дивись, що діли. Йому, йому, скорі, 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 бігу, бігу, молоко. Мама, молоко, і все, скорі, бігу. Бігу, 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 молоко. Скорі, скорі, давайте, бігу. Та они не сильно. Малышко, не сильно корма не хотят. Не, просто они кушали недавно. Ну так зачем тогда ты им еще даешь? Давайте. Давайте, молочко, молочко. Не играться хотят. Давайте, молочко, бегом. А другие, бегу, дай же с другим тоже. Вилли, Вилли, молочко. Вилли, молочко. Молочко, молочко, давайте. Бегу. А оцю, оцю, неугомонну цю. Бегом. Оцю. Ричи, молоко. Мам, оцю, на. Да. Бо вона щось бригає за ногами. Да. Пить нічого не хоче. Дай, 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 молочко, бегом. Бегом. Они видят, что еще мамка пришла. Она хочет у них молоко забрать. Да, да, она хочет у них позабирать все. Они так бегают, бегают, едят. Вот сейчас Вильчик. Они поставят, поставят, потом едят. Нет, Доля, нет, Доля. Детки. Сначала едят детки. У тебя свои, своя еда. Молодец. А вот это такой умный Наполеоночка. Какой молодец, умничка. Мама тебя погладит. Какой ты у меня умница. Молодец, молодчина, да. И прыгнул. Так, це... Томас, не наглей. Ні, гляй, як вона його резе.
А це мені штани роздирає. Долі, я дала дітка малечка. Долі. Так що, ми кушати будемо? Так, да, йдемо. Зараз поставлю її з борщика, трошечку ще собі. Борщ? І салатик зробимо. Папа в туалеті, так? Я не знаю, куди то ушов. Смотри, как быстро уже стемнело. Я все. Я купила там сальтисон очень вкусный. О, я бы сальтисон съел. О, мясо. А сыр? И сыр. Надо будет самвелу сыра кусок врезать. Да, да, Юля то же самое. Да. Юля говорила, что такая расстроенная. Бо ей не выписывают. Качота маримана. А это что сверху? А? Это что сверху? Я хочу кусок сальтисона. Бери сальтисон до таски, я сейчас его порежу. А потом картошечку салат. Где ты сальтисон покупала тут? А ты что, из Западной Украины привозит магазин? Тебе жидкого или это? Не, мне вам, пожалуйста, чуть-чуть. Борщ в одну кружечку. Я не съем багато больше. Вот так хватит сюда? Да, я не съем багато. Сразу кажу. А сметану тебе ложить? Не. Андрюш! Чё сальтисон? Вкусно. А бабушка не ест? Бабушка кушает. Она 6 часов кушает. Она на диете? Она кушает раньше, потом смотрит сериал. Картошечку. Ну так, я ж один не буду кушать, хотя то да. Ого, звать це очень, нас очень тяжело. Це треба рупор. Эй, а он купається. Долі? Он купається, садись. А чай тебе сделать, скажи? Ну я поставлю чай. Там горячий уже. А що, у тебе вже не одна орхідея не цвіте? А вже все, вже цвіте. Ну скільки они мені кружок оцінюють? Зараз буде опять? А, да, чай гарячий. Да. Тебе чай? Я зараз зроблю сам чай. Я зелений буду чай. Є же ж грінфілд, є. А ти теж будеш чай? Тоді я треба. А що, вже все з'їли, я так і не взяв запіканку. Так, я тобі чуть-чуть маленький кусочок, ну, ти знаєш, що я большая. Я ж тобі казав, що треба робити багато сира, купляти кілограма 3-4, щоб не їстися, тому що що, це 2 кілограми вже не... Сира поріжу зараз тобі. Ні, я не хочу сир, я тільки візьму... Самвелу і Юлі, я не хочу зараз сир, я хіба кусочок попробую. Угу. А де ти сир взяла? Сир Віра прислала з Італії. Є різний сир. Є такий, він ж різних видів, такий. Є такий, це пігаліно, це дуже вкусно його в макарони. Ось такий різних сортів. Це порчині, це місто формаджо написано. Да, це з перцем. Оригіна де Італія. Да. А это тартуфо. Тартуфо, да, очень тоже вкусно. Вот это очень вкусно, это с грибом. Это очень, кстати, дорогой гриб, ты знаешь, это тартуфо. И это, вот, по-моему, видишь, Вера прислала мне вот такую, я сегодня взяла кусочек. Видишь, ну и что, а ну я кусочек будет ломать. Очень вкусный, сынок. Это что такое? Напрасно говорил. Качота маримана. Вот попробуй, она как пармезан. Это ж козячий, наверное. Он как пармезан, попробуй. Ну он так воняет страшно. Ну так. Не йде. Я поріжу, він твердий. Де ножик взяв? Ну, як пармезан. А ну дай, я тут його ламану. Попробуй. То ви вже скільки з'їли його? Ні, я угостила. Попробуй. Дуже вкусно. Ну, воняє. Ну, то, синок, це ж для макарона, ти ж знаєш, що макарони викидають хорошо. З грушей його їдять. В Італії ж їдять з грушей сир такий. Вкусний. Ну. Це Віра скільки? А що ще Віра вислала? Кусочок пармезана, бутилочку масла оливкового, можеш взяти його, більше його потребуєш. Ні, в мене масло є оливкове, я не хочу. Ну, це ж італьянське. Ні, я не хочу масло. Песто вислала. Яку? Ось два. Видиш, ось це ми дали, а ось це італьянська. Да. Ні, я зелене не люблю кушати песто. І ось це, видиш, дві. А и масло оливковое. Да, оливковое масло выслала, две упаковки спагетти выслала, кофе упаковку. Да. А вы Вере когда посылку вышла-то? Вера просила меда. Ну так надо ей собрать надо посылку. Собрать, выслать. Я думаю, соберем, сейчас вышли мне. Да. Так, сынок,
Будем кушать. Тата ждем. Отца. Ну, он купается. Я пока порежу хлеба. Кто это такой маленький? Кто это такой полный маленький накушался? Ты такой, что это такой, да? Кто это такой? Где ты такой, такой маленький? То мы себе оставляем. Это красивый, полненький такой. Полненький. Маленькую попробую. А, кстати, кизил сейчас продают свежий. Ну, я купила, сделала компот с него. А я уже ложку взял. На борщ. Борщ, салат. Картошечка с ребрышками. Давай, это я буду есть все. Я голодный. Сальтисон, да, сальтисон, давай, я на хлеб до борща сразу. Закушаю. Тато, ходи кушати. Смотри, як пісне на тряпочку. На пеленку. Сальтисон, да, кусочек сальтисон. Так сколько осталась одна девочка, щенок, и все? Мальчики. Ну, мальчика мы же оставляем, Вильчика, потому что у него с лапкой проблема. Мама, ты ж... Ну, я вот... говорила, что он не хочет, но это я не знаю. Овен опять все писать. Девочка одна осталась, а вы сегодня позвонили. Должны перезвонить. Так, если позвонят забирать, то значит у нас ни одного нет. Потому что люди ж спрашивают. Все спрашивают, спрашивают. А кролики, что с кроликами? Завтра их заберут? Ну, завтра должна женщина приехать. И заберет все, и кроликов, и клетки. Да. Да, должна, не знаю, должна приехать. Садись, сынок, садись. Я очки забирала мои. Да, тут лежит. Я уже борщ покушал, сейчас буду мясо кушать. Пока дети спят, Вильчик взял их корм и съел. И Доли тоже ела. А Виля все съел. Давай, давай. Він за Вільні біжить. Хватит? Ого. Дай любришко, вірі салатик. Вже накушався. Ага, не могу. Ножку салату берем. Це слишком много для мене. Я ж не знаю за тих щенков. Каждый дзвонить, спрашивать. Канал звонил, спрашивал, что тоже хочет его дочка, я говорю, если хочет, он говорил, что тоже перезвонит через два дня, скажет. Так, я уже, смотрите, скушал картошку, сейчас буду пить чай с крупки, босс. Ой. Минимум ножик я пополам перерезал, потому что это очень много, это творожная запеканка. Мама делала с домашнего сыра, ну так классно.